Сегодня в здании районной администрации состоялось награждение медалями за труды в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи. Заслуженной наградой были удостоены 12 человек. Напомню, с 1 июля по 15 августа прошлого года на территории Искитимского района проводилась всероссийская сельскохозяйственная перепись. Самые активные ее участники получили знаки отличия Федеральной службы государственной статистики. Поздравляю! Спасибо большое!